В связи с нестабильной международной экономической обстановкой правительство России разработало федеральный закон о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках. Закон гарантирует россиянам сохранность и защиту капитала и имущества за пределами Российской Федерации. Со слов заместителя руководителя ФНС по Мурманской области Юрия Поды, с 1 января 2016 года офшорные зоны будут предоставлять налоговым органам России информацию об активах россиян. Легализовать свое имущество можно лично или через уполномоченного представителя. Специальная декларация подается один раз. Подается она только либо по месту жительства непосредственно, либо в Федеральную налоговую службу. Значит, декларация не подлежит проверке. Значит, гражданин сам самостоятельно ее заполняет. Соответственно, прилагает те документы, которые там необходимы и которые подтверждают факт там приобретение, допустим, имущества. Эта декларация потом хранится в Федеральной налоговой службе, проверке не подлежит. Соответственно, никакие санкции по тем документам, которые будут заявлены в ней, ни налоговые органы, ни правоохранительные предъявлять гражданину не вправе.